Лучше на WhatsApp, да, потому что или я говорю уже. Все, хорошо, всем привет, рада всех видеть. Вот, у нас сегодня такое первое свидание в июне месяце. Июль месяц, ой, май месяц у нас был очень таким классным. Объемы в нашей структуре в основном выросли у всех девочек. Появилось много девочек, поэтому обязательно приглашайте на наши встречи, чтобы люди быстрее смогли понять нашу продукцию, наши масла, будем делиться опытом. Сейчас я тоже быстренько расскажу про новости, потом включим еще раз микрофоны и камеры, и чуть-чуть поделимся каким-то своим опытом. Вот. Что же нас ждет в Европе в июне? Так, все мешает. Так. Что у нас есть? Смотрите, что у нас есть. У нас есть замечательная Пальмароза. Если кто-то есть из новеньких, кто еще не стоит на программе лояльности, сегодня про это тоже немножко расскажу. Вот этот подарок, можно, меня видно и слышно, девчонки, все хорошо, да? Этот подарок можно получить на 125 PV в том случае, если мы стоим на программе лояльного клиента. Если кто-то не знает, я в конце об этом расскажу. Подарки мы любим, подарки на 125 PV мы тоже любим. Ну, если у нас есть что заказать, конечно, да, мы никогда не делаем заказы только из-за подарков, да. Вот. Далее, вот смотрим, продукт месяца Пальмароза. Про нее мы сейчас поговорим. А второе предложение. Знаем, что всегда в нашем магазине, в компании Дотерра, есть продукт с 10% скидкой. Так вот, если Пальмарозу можно получить только одну на аккаунт, и новенькие, кто зарегистрируется в июне, ее получить не могут. Подарок месяца получают только те, кто уже стал, как минимум, сделал заказ, но зарегистрировался в прошлом месяце. Тогда он может создать в этом месяце свою корзину лояльного клиента. Так вот, Intune могут приобретать абсолютно все, и новенькие покупатели, и тот, кто уже зарегистрирован, и количество не ограничено. Почему? Этот продукт, я думаю, что все захотят приобрести со скидкой, а может быть даже не один, а может быть там своим мужьям. Мы сейчас, вот как раз у нас было занятие йогой, мы йогой занимались с этой смесью, вот, и поделились опытом, что у мужей в машине эта смесь есть, потому что когда нужно вечером возвращаться с работы или какие-то дальние поездки, эта смесь очень помогает сконцентрироваться. Вот, так, что у нас еще? У нас есть предложение для новеньких, кто захочет присоединиться к нам, к нашей компании, к нашей команде в июне, сделав заказ на 100 PV, встав на программу лояльного клиента, подтвердив свой заказ на 100 PV в июле, после 20 августа новенький сможет получить подарок на... Так, на 100 было PV, да? На 100 поинтов, по-моему. Я еще раз посмотрю, по-моему, на 100 поинтов. Это примерно на 100 долларов. То есть вы сможете взять, что вы хотите на эти деньги. Это очень здорово, это очень круто. Тем более я сегодня постараюсь, если у нас есть новенькие, постараюсь рассказать немножко еще и о магазине, чтобы вы поняли, что в нашем магазине есть что попробовать. А дальше вы будете делать выводы сами. Вот, это как бы... такой момент. И у нас появилась детская линия. Мы ее очень ждали. Мамочки молодые, которые так активно присоединяются к компании Дотерра, все время хотят. Вот понятно, мы все тоже хотим, чтобы наша линейка была полной. Да? Нам бы еще получить на постоянной основе продукцию для мужчин было бы вообще просто супер. Еще у меня есть мечта, чтобы у нас, к нам вернулся наш белковый коктейль. Ну, наверное, вернется. В Америке, я так понимаю, он есть. В Европе его пока нет. Вот, детская линия. Давайте мы сейчас про каждый из этих продуктов немножко поговорим. Что же такое Пальмароза? Я подготовила информацию, потому что сама еще не пользовалась Пальмарозой, только на курсах по ароматерапии про нее нам много рассказывала наша Эдита. Вот, может быть, мы попросим еще ее, чтобы она более подробно рассказала про это эфирное масло. Так что же такое это растение? Пальмароза – это ароматная тропическая трава и принадлежит к тому же классу, что и лимонграсс, и цитронелла. В древние, ну не в древние, а то есть раньше, когда еще привозили пальмарозу из Болгарии, использовали, заменяя розовое масло, то есть по аромату очень похоже.
Также масло пальмарозы называли индийской или турецкой геранью, потому что в пальмарозе много гераниола. Это один из главных компонентов эфирного масла розы. Вот такой, да, момент. Масло пальмарозы обладает омолаживающим эффектом, очень хорошо по уходу за лицом. Также его можно использовать, допустим, если у вас есть температура, потому что масло помогает справляться вот с выделением пота. Вот тоже такое можете взять. Укрепляет иммунитет масло пальмарозы. Масло, которое создает веселое настроение, помним. И масло, которое можно использовать во время медитации. И как медитация, это может быть такая формула: «Я весел, я наслаждаюсь миром». Масло это использовали как масло при плохом настроении, для того, чтобы поднять настроение. Если у вас есть депрессивное состояние, тоже можете использовать это масло. Это масло хорошо смешивать с маслом ветивера, с маслом лимона или с какими-то цветочными ароматами. Есть такой вот вариант рецепта. Можно взять пальмарозу, розу, миру, смешать с базовым маслом, и у вас будет масло для по уходу за кожей лица. Добавлять в расслабляющий массаж, ну, пока у нас это масло, конечно, всего 5 мл, и как подарок, ну, наверное, пока для массажа, хотя, если вы себя очень любите, почему нет? Можно сделать массаж лица, шеи, декольте. Тоже есть рекомендации добавлять в ванну, разбавляя, допустим, с морской солью. Масло хорошо придает вот такой здоровый цвет кожи лица. Можно использовать диффузор, но попробуйте, как вариант, почему бы и нет. Вот так, это значит, пальмароза очень любит солнечный свет, и поэтому иногда ее стебли достигают до 3 метров в длину, а запах вот отличается особой свежестью. Так, это про нашу пальмарозу, это подарок на 125 PV тем, кто стоит на программе лояльного клиента и сделает заказ до 15 числа. Следующее предложение, которое у нас есть в нашем интернет-магазине, это смесь Intune. Что же мы можем рассказать про смесь Intune? Смесь настроенность. Лично у меня эта смесь лежала всегда в сумочке, не в сумочке, а как раз в машине, да, когда я вечером возвращалась со студии, с занятий, и мне нужно было собраться, у меня есть такой участок, который мне нужно проехать, иногда меня клонило в сон, да, и вот чтобы этого состояния не было, используйте смесь Intune. Я вам сейчас скажу, какие масла входят в эту смесь, и вы сразу поймете, насколько это сильная, мощная смесь масел, настроенность. Амирис, пачули, ладан, лайм, иланг-иланг, сандал и римская ромашка. Можно использовать тоже по уходу за лицом, но смесь очень такая ярко выраженный аромат, поэтому, конечно, нужно будет просто брать отдельно, например, роллер, 1 мл смеси и разбавлять кокосовым маслом, и тогда можно тоже попробовать ухаживать за лицом, потому что сочетание, конечно, потрясающее. Но смотрите, входит лайм, поэтому летом мы перед выходом на солнце за 12 часов использовать не будем. И в то же время почули. Ну, в общем, я воспринимаю этот аромат как духи. На самом деле, вот Александра могла бы поделиться своим опытом. Она собралась, встречалась с подружками и нанесла себе на запястье как духи вот эту смесь. И одна из подружек спросила, а что у тебя за духи, что у тебя за аромат? Да, поэтому если запах понравится, то это просто замечательные духи. В плане эмоционального воздействия эта смесь, которая помогает быть здесь и сейчас. Смесь, которую можно использовать во время медитации. Вот мы сегодня начинали занятия, практику пранаяма с этой смесью, и в шавасану мы заходили тоже с этой смесью. И шавасана была очень хорошая, девочки сказали. Они очень хорошо расслабились. Что еще? Это смесь, которая... Ну, смотрите, допустим, масло лимона... Масло лимона как бы включает разум, а смесь масел, вот эта настроенность, да, она помогает вот такой концентрации на такой вот короткий период, когда нужно быстро собраться, да, и быть здесь и сейчас, как я уже говорила. Вот быть полностью включенным в какой-то настоящий момент, да. Смесь, которая очень хорошо
работать с такими отрицательными эмоциями, можете рекомендовать своим тоже. Приобретите быстрее, да, можно пробнички сделать, 1-2 миллилитра и давать попробовать, например, почему нет. Смесь, которая хорошо работает с такими отрицательными эмоциями, как рассеянность, отсутствие собранности, ну, естественно, если рассеянность, склонность отвлекаться, да, когда нужно сделать много дел, а нам нужно сконцентрироваться. Вот эта смесь как раз очень хорошо подойдет. Эту смесь можно рекомендовать школьникам, студентам, людям умственного труда использовать. Для концентрации внимания наносите смесь на запястье, вдыхайте. Делайте глубокие вдохи, вдохи. Можно наносить на заднюю часть шеи. Да? Мы помним, что вот эта часть, шейный отдел позвоночника, хорошо работает сразу и на лимбическую систему, на мозг, и команда на весь организм моментально идет. Поэтому вот у нас такая замечательная смесь идет с 10% скидкой. Учтите, что это чистые эфирные масла, не разбавленные базовым кокосовым маслом. В этом тоже есть ценность этого масла. Так, учебное, значит, его можно точно так же использовать в диффузоре, если хочется, да, если как бы есть школьники, студенты или просто рабочая такая атмосфера создать. Вот, так, давайте немножко про детскую коллекцию. Я, честно скажу, не заходила еще в наш интернет-магазин, но в детской коллекции у нас в коллекции есть смесь для деток для умывания и лосьон, который, как Эбели Райт презентовала его нам на нашей вебвенции, это лосьон под подгузники. Вот. Но в то же время она сказала, что эта серия, линия, она не только для маленьких деток, она прекрасно подходит абсолютно для всех. Особенно, если есть чувствительная кожа. То есть умывалочку можно использовать как гель для душа, умывалочку для лица. А вот этот вот лосьончик, этот лосьон, крем можно использовать перед солнышком, после солнышка. Почему? Потому что входит масло моркови. Масло моркови очень хорошо ухаживает за кожей, снимает раздражение и после солнечных лучей, и перед солнечными лучами, и после, да, солнечных ванн очень хорошо. Значит, крем под подгузники, как они пишут, нет наноцинку. Вещество, которое, ну, не очень полезно, особенно для маленьких деток. И является, вот этот лосьончик является барьером для влаги, не сушит кожу. Вот, что входит, входит в умывалочку, входит лаванда, римская ромашка. Представляете, какие замечательные масла, как бы для деток, очень хорошо использовать. Затем, значит, в этот лосьончик масло ши. Масло ши мы знаем как отличное средство по уходу за телом, и масло ши в компании Дотера из Уганды. Это важно, когда мы понимаем, что мы еще и находимся в благотворительной программе. Вот. Ну и вот, значит, про промоушен для новеньких я тоже рассказала. Ну, на самом деле, я не думаю, что у нас сегодня кто-то есть из других регионов, но имейте в виду, что я сейчас вот на этом слайде рассказала для тех, кто живет в Европе, или если вы живете, например, в другом регионе, а у вас есть ну, друзья, близкие, знакомые, проживающие в Европе, поэтому вы сможете им порекомендовать пальма-розу, нет, а Intune, детскую линию, и получить подарки на 100 пиви, считайте, что это $100, по-моему, совсем даже неплохо. Да, вспоминайте своих друзей. Если же у вас есть друзья на рынке ЕЕО, это Украина, Молдавия, Белоруссия, вспоминайте, Казахстан, Узбекистан, Грузия, Армения, Азербайджан. А какие же у них подарки? У них тоже очень замечательные подарки. Так, это Туя, 10%. Для лояльных клиентов 5 мл наших замечательных духов Сиреницы. Знаем смесь безмятежность, любим ее, тоже замечательные духи. Чем так интересно, да, у меня первые два флакончика, я пока по 15 мл их не использовала, я не могла надышаться. Потом какой-то период, наверное, примерно год, я была достаточно равнодушна к этому аромату, но затем, вот сейчас, я опять хочу этот запах, я прямо хочу эту теплую ванильку. Смесь Сиреницы, это тоже как аромат. Если у вас еще этой смеси нет,
то просто в нашем регионе Европы вы можете себе его заказать. С этой смесью очень хорошо делать расслабляющий массаж. Масла афродизиаки входят в эту смесь. Можете принять ванну с этой смесью, предварительно разбавив в эмульгаторе, это мы уже знаем. С этой смесью ее воспринимают как романтическую смесь, да, если вот хочется сделать друг другу какой-то массаж стоп, спинки, рук, используйте. Детки хорошо себя чувствуют с этой смесью. Видите, вот здесь у нас ребенок нарисован. Детки успокаиваются, если через диффузор, например, распыляют вот эту смесь сиреницы. Такая теплая, уютная, хорошая смесь. Подарок совершенно шикарный, такой же, как у нас был в прошлом месяце. На 200 пиви получают подарок «Имартель». В этом регионе он так и называется, как у нас когда-то назывался «Имартель». Сейчас у нас «Алюбелла». Все те же масла. Я думаю, что я, наверное, про них сейчас могу не рассказывать, потому что... Ну, спросим сейчас, если у нас кто-то есть. В принципе, туда входит ладан, гавайский сандал, лаванда, мира, бессмертник, роза. Масла анти-эйдж мощные. Масла анти-эйдж тоже можно использовать как духи. Вот. Я бы хотела спросить, может быть, я сейчас сверну презентацию, есть ли у нас кто-то, кто вообще совершенно новенький? Давайте, может быть, мы сейчас включим... микрофоны и узнаем, есть ли у нас кто-то новенький. Вот. Да, есть. Есть? Да. Давайте познакомимся. Здравствуйте, меня зовут Диана, у меня мама работает. Ну, не работает, а очень-очень интересуется, все уши прожужжала, поэтому сказала, давай, Диана. Давай приходи. Давай. А вы еще, не да. Вы еще не зарегистрированы, да, Диана? Нет, еще. Кто вас пригласил? Как маму зовут? Елена Скуйни. А, Диана, здравствуйте. Ну, мы же знаем. Да. Диана, ну все, ну очень рады, но я думаю, что регистрационные пакеты тогда... Девочки, ну давайте все быстренько повторим для Дианы, какие у нас есть регистрационные пакеты, и захочет ли Диана зарегистрироваться в интернет-магазин, да? Вот смотрите, как у нас их много. Конечно, я думаю, что в этом месяце идеальный выбор – это вот семейный доктор, наш маленький семейный доктор, в котором 10 бутылочек и 2 таких вот замечательных... две упаковочки с горошками, с мятой, со смесью на страже. Да? Идеальный подарок, чтобы встать на программу лояльного клиента, сделать заказ еще в следующем месяце, а в августе уже получить подарки на $100 и выбрать то, что вы сами хотите. То масло, которое вам захочется, или масло магнолии, масло розы получится. Да? По-моему, это очень здорово. Да? Вот смотрите, у нас очень много предложений. Да, это наборы для, значит, как раз для ЕИО, это наборы регистрационные. Самое главное, что нужно знать, что по различным регионам разные регистрационные наборы. Но в тот момент, когда у нас будут новенькие, мы уже будем про эти наборы и говорить, да. Помните, что у нас появились новые дезодоранты, обращаю ваше внимание, очень классно, мне очень нравится. У кого-то сдерживают, да, выделение запаха пота и запах, у кого-то нет, один раз попробуйте. Большинство мне говорили, я сама, что хорошо работают. И у нас еще, по-моему, есть наша смесь цветочная. Это магнолия, роза, нероли, так, голубой лотос. И что у нас было пятое, кто подскажет? Вот. Вот это вот те регистрационные наборы, с которыми мы можем регистрироваться, да, мы помним, что идеальный семейный доктор с диффузором, он нужен всем. Здесь бутылочки по 15 миллилитров, очень быстро заканчиваются. Жасмин еще, жасмин. Жасмин, спасибо, Тань, или кто подсказал, спасибо. А вот, то есть, конечно, этот набор просто супер, просто идеален, если еще приходить... как бизнес, да, то, конечно, масла заканчиваются очень быстро, потому что нам нужно будет дарить пробники. Это абсолютно одинаковые наборы, только отличаются количеством. 5 мл – это примерно 75-80 капелек, а 15 мл – это примерно 250 капель. Вот. И что же мы предлагаем для наших покупателей? Мы предлагаем широкий ассортимент продукции. Это очень важно, поэтому нам всегда очень легко делать программы лояльного клиента.
у нас есть практически все. У нас есть витамины, у нас есть средства личной гигиены, у нас есть потрясающие шампуни. Может быть, сейчас из девочек кто-то поделится. Мы подключаем вас ко всем нашим чатам. Наши чаты «Вопрос-ответ», чаты медиков. Мы обязательно помогаем нашим новеньким в составлении их индивидуальной программы. Мы помогаем такую программу составить до регистрации, если человек хочет, например, зарегистрироваться не с регистрационным пакетом. Разница регистрации с регистрационным пакетом не нужно платить 25 евро вот за каталог. Да, каталог пока только на английском языке или на языке других стран. На латышском и на русском его пока нет в переводе. Вот, то есть, регистрируясь уже с пакетом, не нужно платить 25 евро регистрационного взноса. То есть, это выгодно, да? Пакеты всегда составлены таким образом, что если бы мы клали всю продукцию по отдельности, это было бы, ну, дороже. На маленьких пакетах это не так сильно заметно. Но если человек выбирает какой-то достаточно крупный пакет, например, вот 447 перин, да, здесь есть всего по чуть-чуть, это называется так. Конечно, это очень большая экономия получается, это очень выгодно. Причем человек сразу заходит на программу лояльности, по-моему, от 15% начиная, да, то есть как бы новенькому обязательно это нужно рассказать. Вот, и справочная литература. И что же такое программа лояльности? Ну, я так понимаю, что у нас сегодня присутствуют абсолютно все, кто знаком, да. Программа лояльности очень выгодная. Про нее можно рассказать очень коротко, очень просто. Все мы... Так, кто-то что-то мне пишет в чате. Что не сдерживает? Я не понимаю. Девочки, я кого-то не пустила? Это про дезодорант. А, про дезодорант. Да, сдерживает. У меня тоже сдерживает. Ну вот, а я думаю, люди зайти не могут. Я уже испугалась. Отлично, сейчас обменяемся обязательно нашим опытом. Ну, что делать? Не знаю. Бывает, что, может быть, нужно какое-то время попользоваться. То есть запускаются процессы очистки. Более сильное потовыделение. Может быть, нужно программу очистки предложить пройти. Может быть, какая-то есть интоксикация повышенная организма. То есть просто нужно человеку предложить как раз попробовать какие-то продукты для очищения организма. Возможно, дезэндокрин, может быть, уже поможет в решении этой проблемы. Он поможет лимфатическую систему очищать, да, чистить, ну, помогает очищаться. Так что же такое программа лояльного клиента? Она у нас супервыгодная, если сегодня присутствуют те, кто только присоединился. А в любой уважающей себя компании, магазине есть программа для лояльного клиента. Покупаете продукт каждый месяц и получаете какой-то подарочный бонус. Да? Что такое в компании doTERRA? Значит, вы встали на программу лояльного клиента, например, в июне. Сделав заказ в июне по этой программе, вам уже в июле вернут 10% от вашего заказа, если он свыше 50 PV. Через год, каждые 3 месяца, этот процент растет на 5%. Через год, сделав такой же заказ на 100 PV, вам уже вернут 30 поинтов. Это примерно $30. И это важность еще в том, что вы сможете взять тот продукт, который вы хотите. Это очень здорово. Допустим, на те же $30 вы можете взять то самое масло ветивера, которое очень востребовано после... вот этого кризиса вирусов, которые проходили, когда люди чувствовали вот эту нестабильность, да, масло ветивера очень востребовано. Ну, это просто как ветивер, как пример. Можно взять роллер магнолий. Вы можете покопить эти пункты, набрать себе на какое-то очень дорогое масло, например, масло мелиссы или масло розы, то есть, или взять, допустим, себе шампунь, да, с кондиционером, спортивную мазь, она у нас потрясающая. Масло лаванды, которое необходимо. Вот. То есть программа очень выгодная. Такой выгодной программы нет ни в одной другой компании. Сравнивать ни с кем не хочется, но тем не менее, да, если выбирать, где же я буду покупать, ну, лучше покупать в одном интернет-магазине, попробовать абсолютно все. Вот смотрите, вот это вот я сейчас показываю на базовое кокосовое масло. Если кто-то про него не знает, обязательно его тоже приобретайте. Это идеальный проводник для эфирных масел.
не пахнет кокосом, впитывается, не оставляет жирных следов. Вот так, что мне хотелось вот это сказать, да. Ларис, про... можно вопрос? Конечно, нужно. Я вообще хочу, чтобы у нас были активные... Я не в этом месяце новенькая, я в прошлом месяце новенькая. И у меня вопрос по вот этой вот лояльности, ну, да, программе. Да, да. Так как я, допустим, в прошлом месяце сделала заказов на 400 ПВ. А, Яна, зарегистрировались в прошлом месяце, да? Да, в мае. Новеньким не начисляют. Новенькие только получили подарки месяца на 200 ПВ. Ага, да. Начисляют, начинают начислять вот с этого месяца. Сейчас вы встали на программу лояльного клиента. А, вы сделаете заказ на 125 ПВ до, ну, минимум, до 15-го. До 15 числа. И уже вот на эти 125 ПВ вам начислят 10%, и вы их получите после 15-17 июля. Вы их увидите у себя на счете. Так же, как нам начисляют за доставку продукта, да, 7 ага. поинтов, вот, очень хорошо, да. Все, я поняла, спасибо. Новенький, с первых заказов, а, вы еще не сказали бы лояльно, да, хотя, в принципе, ну ладно, мы не будем обсуждать, не мы эту программу составляли, да, все будет замечательно, и вы, как бы, поймете, что программа действительно очень. Ну. Нет, это я, чтобы как бы объяснять правильно. Ну, очень если... правильно. Главное, запомните, что новенькие не получают подарок месяца. То есть не обещайте новеньким пальма-розу. Это тоже очень важно. Потому да, что да, иногда да, девочки, да, девочки иногда про это забывают и обещают пальма, ну, вот подарок месяца. Да? Подключайтесь, вы получите на 125 пиви. Нет. Они, как только они встанут на программу лояльного клиента, уже в июле они получат подарок, но какой будет подарок в июле, мы узнаем 1 июля. Да, сейчас в июне у нас вот такие подарки. Новеньким присоединяться, как всегда, выгодно. У нас всегда есть что-то интересное. Ну, более интересное, менее интересное. Но в любом случае, как только человек приобретает для себя эти эфирные масла, ну, 70%, 65-75, 70% остаются с этим продуктом. Да, они хотят им пользоваться, они никуда не уходят. Цифры, которые нет ни в одной другой компании. Чтобы было 65% лояльных покупателей, это очень круто. Вот. У кого еще есть какие-то вопросы? Да, у нас сегодня была такая короткая встреча. Всех новеньких мы приглашаем на наш образовательный курс по эфирным маслам и по продукции. Посмотрите, как много основных тем, которые мы проходим. Конкретно в этот четверг у нас будет тема «Стресс и сон». 18 часов в четверг. Обязательно приходите сами, приглашайте новеньких, потому что у нас были случаи, когда приходили на наш образовательный курс и регистрировались в компанию. Вот. По-моему, Яна, да? Было такое, Яна? Не-не-не, я нет. Это не вы, да? Другой какой-то случай. Хорошо, ну вот, и смотрите, вместе с нами вы сможете действительно узнать очень много про эфирные масла, и узнаете и силу эфирных масел. А если вы захотите еще и делиться, то в компании doTERRA просто совершенно замечательная программа маркетинга, да, возможностей. Про это мы с вами сегодня говорить не будем. Ну, если вы захотите, можем поговорить, да. Вот. Я думаю, что, в принципе, мы можем сегодня... Если у кого-то есть какие-то вопросы, я буду рада выслушать. Я вся потерянная. Что брать? Это кто? Это кто? Это кто потерян? Яна, это Яна. Что сегодня брать? Ой, что нет, за... нет, я вообще что брать, какие масла? У меня вообще Я еще на этом курсе ароматерапии. А у Елизаветы? Да, там надо вообще брать. Все. Ну, Яна, есть что хочется заказывать? Ну, у меня есть, но просто я не могу определиться, на что ориентироваться в первую очередь. То есть, лечить болезни я не хочу, да, но вот я хочу, допустим, чтобы эффект был сразу. Ну, то есть, как эффект? Именно больше.